Данная библиотека – это первая и единственная на данный момент в России библиотека, имеющая статус полиэтнической. И необходимо отметить, что наше управление Федеральной миграционной службы по Оренбургской области, оно, пожалуй, единственное до сих пор в стране, которое проводит такую работу, работу такого плана с детской библиотекой. Зачастую получается так, что ребенок, который через игру, через книгу, проникается русской культурой, он несет эту культуру в своей семье. Стоит отметить, что Оренбургская полиэтническая библиотека единственная в своем роде по стране, и сюда в основном приходят дети из таджикских и узбекских семей. Им читают рассказы на русском языке. Ребята все отлично понимают, хоть на русском языке разговаривают пока плохо. Говорить, конечно, им сложновато, хотя простейшие там предложения, рассказики они составляют, но более так развернутый рассказ – это пока сложно.